Безопасность врачей и их пациентов. Вот главное кредо массовой вакцинации медиков сотрудниками клиники Международного гуманитарного университета. Мобильные бригады МГУ приезжают для организованных коллективов от 50 человек, чтобы все медицинские работники могли и дальше качественно, а главное безопасно заботиться о людях. Бригады из студентов и специалистов уже посетили Одесский областной онкологический диспансер, где в день вакциной Pfizer вакцинировалось до 80 сотрудников учреждения. В данном случае сегодня мне очень приятно, что мои коллеги с Международного гуманитарного университета проводят вакцинацию медиков областного онкологического диспансера. Мы каждый день, когда проводится вакцинальная кампания, проводим ее сейчас вакциной Pfizer. У нас проводится порядка от 50 до 80 человек. И сегодня мы, наверное, одно из тех немногих учреждений, которое имеет самый высокий охват персонала вакцины. Это прежде всего безопасность и как пациентов, и так и людей, которые здесь работают. Свои дозы вакцин получили также сотрудники Одесской областной станции переливания крови. Здесь вакцинироваться могли и родственники медработников. По словам администрации, такое решение связано с тем, что они являются контактными лицами и тоже подвергаются опасности. На сегодняшний день у нас уже со 125 сотрудников около 30 привиты были раньше разного вида вакцинами, но сегодня мы организованы, у нас сегодня еще прививаются наши сотрудники. Здесь к тому же мы пригласили, кто хотел, родственников, сотрудников, почему бы нет, они общаются с этими людьми. Сотрудники медучреждений рассказывают, возможность вакцинироваться на рабочем месте значительно экономит время, которого у врачей и без того мало, а также силы. И пусть на этих выходных центры массовой вакцинации населения были в каждом районе города, некоторым добираться до них проблематично. Это очень удобно, что вот бригада врачей вакцинирующих приезжает к нам на рабочее место. Особенностью мобильных бригад является то, что студенты Международного гуманитарного университета принимают активное участие в вакцинации населения. Как отмечает администрация медучреждений, это огромное преимущество вуза, что молодые люди наравне с докторами работают на передовой и набираются опыта. Университетская клиника Международного гуманитарного университета является пионером, по сути, по реализации широкомасштабного проекта украинского по массовой вакцинации жителей нашего города. И наши медицинские работники и студенты Международного гуманитарного университета медицинского факультета активно в этом принимают участие. Наши студенты и наши медики проводят вакцинацию и как жителей города Одессы, и так непосредственно медицинских работников различных лечебных учреждений. Это хорошо, когда университет подставляет плечо к прививке. Это хорошо, когда университет это агитирует, просвещает. Неважно, это чисто структура здравоохранения работает под эгидой там, областного, допустим, собственно, областного совета или государственной клиники, типа ваша. Мы все делаем одно общее дело, мы все должны друг друга уважать, помогать друг другу. Поэтому я считаю, что как раз ваш университет сейчас делает очень много и делает хорошо, и делает благие дела. Студенты старших курсов медицинского факультета МГУ сознаются, для них такая практика – это огромный опыт. Ведь они не только помогают людям, но еще и работают бок о бок с профессионалами. Для меня, как для студента-медика, это большой опыт вакцинировать людям, помогать им. Также это пригодится в будущем в лечебной практике. Впрочем, как показывает практика, до сих пор не все доверяют вакцине и отказываются от прививки. Но администрация медучреждения делает все возможное, чтобы все сотрудники осознали важность прививочной кампании. К тому же новый, более опасный штамм коронавируса уже пересек границу с Украиной и вышел на охоту. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».